Белым по серому металлический каркас установили в недавно положенный асфальт. По одну сторону этой линии осталась площадь Зубова и павильон Музея симбирской фотографии. По другую – проезжая часть от областного суда до улицы Ленина. Забор этот, вернее, не нравится мне это слово «забор». Это не забор, это ограждение. Mm-hmm. Оно будет невысоким, оно будет прозрачным, я повторяю. Штакетник это будет, а не забор полноценный. Он, собственно говоря, находится на территории, которая и ограждает территорию федеральную от территории проезжие. Так что это демаркационная линия не наглость бизнеса, не самоуправство чиновников, а законный и, главное, продуманный шаг руководства заповедника. Музейная территория только кажется монолитной и незыблемой. Например, за этим забором овраг, склоны которого обильно усыпаны бытовым мусором. Точно так же остро, как вопрос с его уборкой, сегодня стоит вопрос доступности музея для туристических групп. То, что для приезжих красота и история, для нас порой скучная обыденность, а ровная асфальтированная площадка воспринимается как просто парковка. А что, а куда ставить-то? Да более знакомая фраза. Данный проект согласован и одобрен руководством музея-заповедника и реализуется для удобства парковки транспортных средств посетителей музеев, туристических автобусов. Изменится ли облик исторического места? Безусловно, такого вида, как мы привыкли, больше не будет. Будет другой. И не стоит биться в пароксизме, все пропало. Прежде всего задайтесь вопросом, а как было в то время? Музей симбирской фотографии огораживается, и это нормально, ведь это здание – часть усадьбы, а все усадьбы в дореволюционном Симбирске имели определенное ограждение. И это не попытка отдалиться от народа, а наоборот, создать комфортные условия. В той части усадьбы, где сегодня паркуются машины, будут останавливаться туристические автобусы, и именно это ограждение поможет отсечь одних от других. Евгений Луковкин, Бахтияр Салтанов, репортер 73.